Доброго времени суток, дорогие пользователи, подписчики, зрители. Сегодня у нас понедельник. Вот, пришла еще одна посылка из Китая. Это чай с сайта AliExpress. Вот пришла вот в такой упаковочке. Очень долго шла, 47 дней, по-моему. Вот, это пришел мне опять пуэр, шу-пуэр. Если вам это интересно, там шу и шен-пуэры, их отличия вы можете почитать в интернете, там вам больше интересно и больше качественно расскажут, чем я. Так, ну вот. Вот так вот заупакован чай. Сразу вижу, положили пробничек, подарок. Я думал, ничего такого мне подарок ложить никто не собирается. Тем более, этот чай я заказал по акции. Всего он стоил $3. Вот, ну, по акции. А так его цена составляла $9. Ну, о этом чае многое говорят. Говорят, что... Ну, у продавца написано, что его что его год 2002. Многие говорят, что это неправда. Будем смотреть, будем пробовать. Так, давайте посмотрим сразу на пробничек. Китайский чай. А какой? Если честно, даже не знаю. На лонг вижу, что только... Так вот пробничек выглядит. Ну, такой тут может, не знаю сколько, грамм. Потом подробнее напишу. Ну и самый главный, это, естественно, пуэр. Ну вот в такой вот упаковке он. Заупакован вот так, вакуумный, чтобы с ним, наверное, ничего плохого не случилось. Сейчас я его открою. Посмотрим, что он такое. Что это вообще такое, если честно, такие. Сразу заварю сейчас его. Прошлый чай я пил, который, ну, многие видели. Он так обычный, что-то. Ну, вот такой чай. Вот так вот заупакован. Сейчас посмотрим, тут есть ли где-нибудь написан год производства. На самой упаковке не вижу. Ну, повторюсь, как на сайте уже у продавца написано, что это, мол, чай 2002 года, да? Можете представить. Ну, и цена его $3. Это очень смешно. Ну вот, сам чай. Вот так вот выглядит. Там вот немножко крошка, но это не беда. Сейчас я... О, вот этот чай пахнет довольно-таки... вкусно и лучше, приятнее, чем тот чай из мешочка, который вы помните, да? Вот. Ну, это мои первые, так сказать, чайные пробы. Уже идет более дорогой и вкусный чай. Так. Все, дорогие зрители, спасибо за внимание. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!